Накануне Дня печати подведение итогов взаимодействия со средствами массовой информации от Управления Росгвардии уже стало традицией. Для нас это очень ценно, это взаимодействие, то, что помогает нашему ведомству рассказывать о себе, о своей работе, что помогает формировать доверие среди населения Рязанской области к Росгвардии. Росгвардия – ведомство, открытое к сотрудничеству со СМИ. Широкое освещение получают учения, а также операции, осуществляемые сотрудниками. Всем запомнился и уникальный проект реалити-шоу для журналистов, созданный по инициативе Росгвардии по Рязанской области чуть более года назад. Это тот проект, который известен в памяти всем нашим журналистам, когда представители нашего корпуса участвовали в программе подготовки по нормативам нашей уважаемой Росгвардии. Вот. Это оставило непередаваемые просто ощущения и эмоции внутри каждого, наверное, журналистского коллектива, который так или не принимал участие в этом. Вот. И я думаю, что это великолепный кейс, великолепный пример для многих других предприятий и организаций. Мероприятия, проводимые Росгвардией, регулярно освещаются в эфире нашего телеканала. Благодарность за тесное взаимодействие получили наш корреспондент Марина Романюк и заместитель директора Глеб Ивкин.